Здорово. Сегодня у нас тачка, короче, Вилтой 124-27. Полный привод, короче. По 50 км в час ей, 12-й масштаб, свет, водонепроницаемость, ну вообще просто бомба. За 6 половых ты становишься обладателем обалденной суперавтомобиля. Ну, короче, это шутки шутками, тачку сейчас приколю. Здесь гонял я на ней несколько дней. Были нюансы, то, что вот по водонепроницаемости, что водонепроницаемость, короче, хромает, в общем, так скажу. Батарейка с ней идет одна, такая двухбаночная, 18650, сток отдачи, что-то там в районе 15C, что ли. Вот. Я пиразюм, конечно же, сразу перепаял, сделал этот, как его, себе переходничок, чтобы другие банки юзать. Ну и в итоге получилось что-то 2 или 3 батарейки. Ну, липошки, скажу, сразу не очень подходят. Лучше брать это литионки. Сейчас я там с вертолета старые попробую замутить с них. Вот. Так, в общем, машинка такая прикольная, довольно-таки. Видос сейчас пойдем погоняем, покажу все это. Ну, буду комментировать уже дома, когда буду. Короче, комплект идет не такой небольшой. Это типа зарядка, балансировочный разъем в нее вставляет, ну, вставляет балансировочный разъем в батарейке сюда, и этот USB-шник там 5-вольтовый любой. Также ключик, что там, колеса, молеса все крутить, и отвертка. Также вот это инструкция, чтобы работать, ну, чтобы знать там, что куда нажимать. И идет она вот в такой вот коробке здоровой. Так, вот такой у нее пульт. Здесь он включается. Вот так вверх колесик это поворачивает, это вперед, это назад. Здесь триммер руля верхний, второй триммер газа. Включается кнопочка снизу, здесь она так, нажимаешь ее. Ну и все, вот она у меня это искупалась. Вот такая проблема, то есть столкнулись с водонепроницаемостью. То есть вот свет вот так, она просохнет и работает, в общем. Ну, как я не знаю, думаю, все-таки когда-то может прийти этому всему это. Конец. Я так-то разбирал, короче, все это делал, гонял. Вот. Еще хотел сказать по поводу, что хочу поставить на нее FPV-шку. Вот такой вот блок сделал. Здесь видеопередатчик большой, старый. Можно гораздо меньше замутить, и будет это все компактнее и ну, то есть удобнее будет ставить. Вот так вот. Запитывается это все от балансировочного разъема, так же как на зарядку. То есть, а здесь XT30. То есть включаешь, и все, видеопередатчик, видишь, камера показывает вольтаж, ну, то есть, и разряжаешься, до скольки тебе нужно уже. То есть вот так. Че, ну погнали, погоняем. Пойдемся, короче. Вот, бодренько она идет. Даже вот по снегу, мокрому, считаю, лужа. И все равно, блин, получится. Полный газ должен, по-моему, что, как сказать, хватало инерции протолкнуться. Он же мне подходит поближе, чтобы лучше было видно. Пошла война здесь. Отлично. Ой, чуть сам себя не задавил. Аккуратик, погнали дальше. На, тест-драйв сразу. Во, во, на. Чуть застрял. Стоять тут, пап, кричит сынок. Тут собачка бестолковая прибежала, мужик и кричал, а нихера так и не пошла. Похер, топим дальше, короче. Во, пятачки, давай, жми. Нормально, в кашу залетел. Ну, полный привод, вот считай, блин, за эти бабки, считай, такой прикольный автомобиль, вообще классно. И вот асфальтик этот высохнет, по нему надо будет погонять это с камерой. То есть он прямой, без всяких будет трясок таких особо, а просто будет приличная скорость. И можно будет там всю ее как раз поехать, эту вот аллейку. Продолжаем, короче, газит полицейский разворот, это исполняю. Типа так он называется, по-моему, херня. Вот удары держит, то есть пластика, ничего держит, уже много раз я, то есть, врезался. Нормальный фонтан пускает, резина такая мягкая. Протектор приличный, поэтому-то она роет, ну, неплохо прям. У нее вообще вот прикол, что эта гонка кидается. Прям норм, нечего сказать. И все это за небольшую сумму денег, вообще, ну, супер.
Есть приятно, на нее еще продаются там улучшения. То есть металлические рычаги, там всякие, вот, полностью все в металле. И бесколлекторная система. Ну, это будет, конечно, дорого стоить уже, и она выйдет в приличную тачку, но, думаю, тоже будет неплохо. Ну, и так она в стоке прям, блин, вообще бодренько. Мне прям очень понравилось, то есть гонять любая трава там, я думаю, будет летом вообще без проблем. Сейчас вот снег сырой, надо, то есть, посадиться, и это... на брюхо просто, и поэтому уже не выезжает. Он козла, сам знаешь, нормал. И так вот, если с разгона еще вроде что-то пробивает, а вот если поехать, если провалилось, все, считай, не едем дальше. На, перевернулся, красава, пошел, перевернул, попер дальше. Тут у меня сосед спрашивает, что круче, дрон или тачки? Нет, дрон, конечно, поприкольней. Вот, ну и тачка тоже бомба, прям, блин. Все эта тема, этот, как RC вообще, ну, мне нравится. А сейчас я подрос, и вроде что-то еще с этим как-то связано стал. Поэтому прям не нарадуюсь. На, треть, погнали. О, это Юлька поехала, сразу видно прям. Ой. Ну, тут она уехала от нас подальше, чтобы не шибить. Все, опять я, по-моему, тут опять даже, да, точно я. На, тоже видно сразу, что я рулю. Пошла война. Нормально, нормально, прям, блин, прикольная машинка, классная. Еще и гей такая блиха, фонтаны такие пускают. 540-й мотор стоит, коллекторный, вот. Можно бесколлекторную систему, как я уже говорил, кайфово это, чил даже, прям все в стойке. То есть в ДНС ты заказываешь, короче, можно вон сходить купить, у нас люди прям присесть. Можно сходить ее вставить, там еще кладки, еще какие-то тачки. Вот это самое бодрое, ну, блин, я за нее смотрел уже много обзоров. Она мне прям понравилась, я, ну, давно хотел машинку, они дорогие, падают. А вот это вот прям вроде как, ничего. Вот и был выбор ее купить, поэтому, блин, тачка нам очень понравилась. Единственное, вот эти глюки маленькие с этим. Флагозащиты. Ну там посмотрим, может разберусь еще. Все, все, бат. Хочу сказать одно. Тачка полное говно. Шучу, шучу. Тачка хорошая. Нам очень понравилось, короче, прям балденули. В общем, каждый в нашем семействе доволен покупки этого автомобиля. Первый автомобиль в нашей семье. Ну, короче, шутки шутками. Следующее видео про машинку будет, когда уже поставлю видеосистему. Так что ждем. Скоро все будет. Всем добра.